Киржач побратается с одним из городов Лаоса. Об этом сообщил меценат и предприниматель Евгений Федоров. За помощью в реализации задуманного он обратился в Российский фонд мира. Идею поддержали и в обществе Российско-Лаосской дружбы. Первым этапом к сотрудничеству станет выставка народных промыслов города-побратима в Киржаче. Мы хотим к маю месяцу создать хорошее профессиональное выставочное пространство. Что такое профессиональное выставочное пространство? Это не только помещение, но это свет. Это там коммуникации, туалеты. Ну, почему нет? Да? То есть мы должны понимать, что выставка международного уровня, она соответствует не только просто каким-то критериям, которые где-то там записаны. Но, во-первых, это должно быть просто достойно. Здание будущего арт-пространства – это пристройка, которая существовала в контексте одного ансамбля объекта культурно-исторического наследия. 4,5 года велись переговоры по выкупу с 3 собственниками. Согласно документам, пристройка была кирпичной, но оказалось, что кирпичные стены были только на бумаге. По документам, которые нам продал недобросовестный, хозяйствующий субъект. По документам все было сделано вроде бы качественно, а на самом деле это было недоброкачественно. Что это было? Это было 2 палки, между которых было стекловато. Это ужасно. Это безумный обман, который, к сожалению, царит везде и повсюду. Пока ремонтные работы приостановлены, но Евгений Федоров надеется, что опыт Киржача станет хорошим примером для других маленьких городов страны. Евгения Палагина, Максим Палагин, Губерния 33.